Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Всем доброе-доброе утро, всем хорошего начала дня, позитива и настроения. Я так засмотрелась сериалов, пока тут клеила себе, пила и делала. Думаю, что-то я с вами сегодня даже и не поздоровалась. Как так вообще? Знаете, мне вот этот вот метод, который я для себя вот придумала, выбрала и, в общем-то, ему следую. Мне он так нравится, что я за одно и то же время, в общем-то, успеваю сделать и процедуру для лица, и в общем-то, и все это вот давайте постепенно расскажу. В общем, что, умылась, тут же налепила патчи, вот такие вот у меня патчи. Я использую тканевые патчи, это от компании Tiande. Видите, как активно их использую. Здесь было 100 штук. Не знаю, сколько у меня осталось. Но совсем чуть-чуть. Я показывала, они вот такие вот, видите, хорошо пропитанные. Я их вот, о, видите, капает с них. Я их вот здесь разрезаю. И у меня получается вот здесь вот такой вот разрез. И мне это позволяет утром. Не надо лежать, не надо тратить время на это. И заодно делать что-то на лице. После того, как я их сниму, я нанесу вот такую фитоэссенцию под глаза. Это все в комплекте. Продается в одной коробке. Фитоэссенция отлично увлажняет область под глазами, напитывает, разглаживает. И прямо она такая, знаете, смотрится какой-то такой сияющий даже. Вот. Все ссылочки на компанию Tiande я оставляю под видео в инфобоксе, по которой вы сможете пройти, зарегистрироваться и попасть в мою команду. Я с вами свяжусь, все вам расскажу. И я, вы знаете, всегда еще, помимо того, что чтобы вот простоя не было нигде, я наношу маску на лицо. Я вам показывала разные маски, какие наношу на лицо, чтобы вот тоже кожа увлажнялась. Сейчас использую вот такую вот маску. Это у нас морской эликсир, восстанавливающая крем-маска. Она именно на увлажнение. Вот в таких вот бутылочках, их несколько видов, они разные. И она именно на увлажнение лица. Ну, вот как раз таки то, что и нужно. Здесь у нас патчи, здесь у нас маска работает. Я ее нанесла на шею декольте. Она очень хорошо вся впиталась. Можно было даже, мне кажется, еще даже добавить. Смотрите, какая она по консистенции такая интересная. С приятным ароматом. Вот такая вот довольно-таки плотненькая. И она хорошо прям увлажняет кожу именно на увлажнение. Я потом что делаю? Я эту маску, я в любом случае смываю и потом уже наношу дальше свой уход наношу. Можно даже вот эту верхнюю часть ручек еще. Не забываем, что руки выдают возраст женщины. Если есть возможность, допустим, что-то пока ничего не делать, так скажем, а у нас такой возможности бывает очень-очень мало и редко, вот как раз-таки нанести еще и на верхнюю часть ручек. Тоже за руками поухаживать, а потом это все смыть. Зато будет дополнительное увлажнение. Я, конечно же, выпила вишнево-гранатовое желе с коллагеном. Пью такое по утрам. Я же говорю, все засмотрелось. Ой, и вообще, какие мы женщины все-таки увлеченные натуры. Вот если чем увлеклись, то увлеклись, ну вот просто все, нас уже потеряли все, так скажем. Вот видите, я уже давно наклеила, но где-то примерно, получается, в зависимости, какое у вас состояние вокруг глаз, то в зависимости, столько вы сможете и продержать. Минут, наверное, все-таки 10-15, то точно. Вишнево-гранатовое желе можно съедать из стика, можно разводить в воде. Если у вас есть проблемы с суставами, большие проблемы, маленькие проблемы, так скажем, когда заметили хруст, когда вот хруст в коленях, и вас это все не устраивает, когда, допустим, волосы, ногти, ломкие ногти, у меня даже не выдержали ногти, даже вот ноготь сломался, записалась на маникюр. Думала, запишусь немножечко попозже, но уже вчера ноготь решил сломаться и сказал, что пора бы тебе уже идти на новый маникюр, что уже
новогодний зимний маникюр не актуален. Ну, как-то так. Все, знаете, все решается по ходу дела. Ну и, в общем-то, укрепляет волосы, ногти. А если есть прям колоссальные проблемы, то таких стика можно съедать два в течение дня. Один с утра натощак, второй уже в течение дня. И будет насыщаться то место, куда необходим коллаген в первую очередь. Вы, может быть, и не заметите там на лице какие-то изменения, на коже. Но в дальнейшем, вы, когда при регулярном употреблении этого продукта, я консультировалась с врачом-кандидатом медицинских наук, его пить можно на постоянной основе и, в общем-то, не прерываясь долгое время, потому что это только у нас все с продуктами распада выводится из организма. И поэтому необходимо организму вот именно восполнять извне. И вы потом только, может быть, уже, смотря как, какое состояние, да, здоровье, состояние, значит, кожи, волос, ногтей, вы увидите, может быть, изменения. На пятке улучшится состояние кожи. Кожа не будет такой там сухой, пересушенной или какие-либо другие изменения, но это все нужно пить все-таки на постоянной основе. Поэтому я продуктом этим всегда запасаюсь, всегда его заказываю, чтобы у меня он был. Пить это можно и подросткам, само собой, потому что подростки переходят в активную фазу роста. И знаете, в подростковом возрасте очень часто замечали потом резкий такой раз скачок роста и появляются, допустим, растяжки на теле. Это из-за того, что не, в общем-то, все это не успевает, не хватает в организме всего-всего этого строительного материала, витаминов для того, чтобы и, допустим, кожа быстренько росла, и чтобы этого не появлялось. Соответственно, необходим кальций. Кальций усваивается в вечернее время, я его пью по вечерам. Необходим коллаген, ну и другие витамины. Я тут себе еще достала, что я пью. Я пью биологически активную добавку с пиалианом. Это витаминно-минеральный комплекс. По одной капсуле я в день пью. И вот здесь таких капсул получается у нас 30. На месяц как раз-таки приема не хватает. Я восстанавливаю глаза, как я вам говорила, после того, как я переболела. А у меня последствия оказались не только глаза, как бы это ни звучало, о чем я не рассказывала. Еще и даже не знаю, у меня глаза... И у меня очень, я вам говорила, что у меня болела спина. Я подумала, что у меня невралгия. Оказывается, в конечном итоге я тут у себя, в общем-то, нащупала, что у меня подмышка вот здесь вот воспалился лимфоузел. Воспалился лимфоузел. У меня болит спина вот здесь вот, все простреливает. Я уже лимфоузел, я уже спать не могу, я уже... Шевелиться не могу, я уже ничего не могу, у меня уже нервная система просто не выдерживает от того, что я не сплю, от того, что у меня болевые ощущения. И я вот просто уже и тут всем лечила, всем, чем могла. Тут, когда уже поняла, думаю, что это такое, не пойму вообще что. Мне подруга говорит, иди в больницу. Ну, в конечном итоге я вот сходила в больницу, меня отправили к хирургу, и мне назначили, в общем-то, это лимфатическая система, понимаете? Я начала вот детокс-пластырь как раз-таки клеить лимфу, чистить, детоксикационный пластырь тоже из компании Тиандэ. Вот я, в общем-то, сюда я, в общем-то, лечила димексидом, помогает. И я начала, чтобы еще спать, я фитоноч, тоже такой есть напиток компании Тиандэ, стала пить фитоноч. Вот такие вот пластыри клею от компании Тиандэ. Значит, это есть такие вот лавандовые и еще другие. И здесь получается у нас на одно применение, на две стопы, клеится за счет того, что работа с акупунктурными точками прокачивает лимфу, вытаскивает токсины, шлаки, застой и все остальное. Вот, и еще вот такие вот, видите, пакетики, это фитоноч. Пью вечером перед сном для того, чтобы, в общем-то, восстановился сон. Реально поняла, что рабочий продукт работает, и заказала его еще вот себе, и получается, что я хотя бы сплю, а не так, что я в 2 часа открыла глаза, и у меня сна ни в одном глазу. Вот так вот, в общем-то, последнее мое вот это все шарахнуло так, что
мало не показалось. И еще я сейчас вот это вот пью, так как разные все равно препараты и все остальное, после печени это тоже у нас орган, который накапливает какие-либо там таблетки, в общем-то, токсины, и потом печень нам выдает всякую интоксикацию в плане там аллергических реакций и всего остального, поэтому вот, расторопша с рибофлавином, это как раз-таки для того, чтобы почистить печень от тех праздников, которые у нас были и которые у нас еще будут, так скажем. И, конечно же, этот, в общем, здесь вообще все такое в таблетированной форме. Вот такой вот блистер получается. Здесь вот таблеточки. Можно пропивать по одной таблетке 3 раза в день, можно пропивать по одной таблетке 2 раза в день. И вот такой вот как бы быстрый получается комплекс такой вот очищения и поддержки печени. Так скажем, генеральная уборка для печени. Ну вот, так что вот такие вот дела. Поделилась с вами тем, что даже вот у меня тут произошло. Я вообще сначала не поняла. Я еще у хирурга спрашиваю, говорю, а что мне со спиной делать? Ну хорошо, я буду там лимфоузел там лечить. Я вот ходила, кровь сдала и все-все-все, в общем-то. Все дела, в общем, вчера вроде ничего так. Вон, ничего так, вроде кровь взяли аккуратненько. Вот, и это... А он говорит, вы лимфоузел полечите, у вас это, похоже, спина пройдет. Я такая, да вы что? Представляете, это отсюда. Я не знаю, как я это вообще поняла. Я поняла, что у меня болело все. Я пришла в больницу и сказала, у меня 2 проблемы. Они говорят, какие? Я говорю, у меня вот там болит все сильно. Вообще рука у меня встала в руку сильно отдавать. И потом я поняла, что у меня подмышка. Все-таки вот диагностика себя, девчонки, очень важна. Я сначала думаю, что это такое? Какой-то, как, знаете, как горошинка такая появилась, вот как шарик такой. Вот. Я такая, блин, а что так больно-то? Я так вот пощупав себя, думаю, офигеть, офигеть. Ну, в общем-то... уже напугавшись, так скажем, придя в больницу, мне говорит, я уже, конечно, все там почитала в интернете, интернет, господи, это зло, там написано все, что вообще все можно и чего нельзя, хирург посмотрел, сказал, нет, ой, это вот вообще история хирурга, обычно ходит, там целая очередь сидит, ну, там, понимаете, там с другими вообще разными проблемами, а мне, так скажем, с ощупыванием подмышек и груди, так и к хирургу, обычно с этим, ну, меня, в общем, к нему отправили, ну, как есть, да, вот, ну, быстро поняв проблему, назначили правильное лечение, и, знаете, спина прошла-то, слушайте, а я-то думала, это вот у меня все от вышивки, да, от всего такого, а у меня от того, что лимфатическая система, вот, произошел какой-то застой, обязательно смотрите за питьевым режимом, я не сильно вот сама пью много жидкости, я в основном люблю там чай, кофе, все дела, вот, тра-та-та, в общем, обязательно нужно пить воду, потому что вода, это, конечно, она все это прокачивает и убирает. И, конечно, разные упражнения для лимфатической системы, они тоже очень хороши. Вот, это такие вот, начинают, мама у меня этими всем занимается, то есть, первое, это вот такие вот, особенно простукивания. Простукивания очень хороши для лимфатической системы. Получается, здесь по верхней стороне, здесь по внутренней. Вот такие по кругов 5 вы это делаете по утрам, потом простукиваете эту сторону и переходите на эту руку, получается. И вот так вот это делаете, значит. А потом вы простукиваете область, получается, почек, на ягодицы переходите, по ногам по одной стороне и возвращаетесь вверх, по ногам по другой стороне. И вот так вот, получается, ноги у вас будет идти, вот, вы поняли, да? То есть простукиваете по той стороне и потом переходите по этой стороне. Не сильно, не до фанатизма, не сильно больно, но это убирает все-таки вот эти вот застойные явления. Ну и, конечно, вот такое вот простукивание, да, вот здесь вот, это повышает ваш иммунитет. Слушайте, рассказала вам, о чем даже и не планировала, и не думала рассказывать, но это не значит, что я это не знала. Вот, так что вот такие вот разные упражнения, которые позволяют... что мама там еще моя делает, такого интересного, для того, чтобы 100 раз прокручивает вот здесь, потом работа
вдыхает, вдыхает, зажимает вот эти вот места. Потом она делает вокруг глаз вот такое вот упражнение. В общем-то, если сильно надо, мы ее попросим что-нибудь показать. Она очень много делает упражнений, не встая с кровати, и, в общем-то, ей позволяет это быть в активном, в общем-то, состоянии. Конечно, она пьет биологически активные добавки, все остальное. Кстати, сегодня в группу, которую веду ПТНД, выставила такой коллаж с фотографии. Ну, такой шуточный, конечно, на просторах интернета, все оттуда, откуда я могла взять. Баба, которая говорила, что БАДы – это зло, как она выглядит. И баба, которая просто пила и ела биологически активные добавки, как она выглядит. Ну, такие две женщины. Ну, так, чисто шуточно. Но по факту это оно так и действительно. Ну, в общем, колоссальная получается разница. И понимаешь, что да, оно так и есть. Ну что, мы с вами будем красивыми, активными, будем следить за своим здоровьем. А если вдруг что-то, мы все это сможем порешать, правда же? Вот я так что себя уже чувствую значительно лучше, вот, потому что вот все оно как-то так в кучку собралось, волнение, стресс, приятные волнения, да, ну, в общем, оно вот как бы так, потому что покупка машины, вы понимаете, это такое приятное волнение, но это все-таки такое стрессовое состояние. Я думаю, что вы уже поняли, я вам там что-то показывала, что то купила, это купила, а похоже, я не сказала, да, друзья, что я машину купила. Вот. Так что кто досмотрел это видео до этого момента, тот узнал главную последнюю новость. Вот так вот. Самое главное, важно смотреть все видео, в общем-то, во всем объеме. Ну что, я думаю, что уже видите, как пора снимать. Ой, а вся область под глазами вообще мокренькая, влажненькая. Прям, вон, смотрите, какая сыренькая. Так что это кажется, что ткань, ну, как бы уже вроде как подсохла, да, что она уже начинает отслаиваться. А на самом деле это у нас еще все вот прям, все еще в таком в увлажненном состоянии. И мне очень нравится, что эти патчи захватывают все-таки большую часть, и увлажнение происходит прямо вокруг глаз. Комплекс мне понравился, я обязательно его себе еще повторю. Сейчас я получила гидрогелевые патчи в заказике своем последнем от компании Тенде. Так что я прям скоро буду их тестировать вместе с вами, конечно же. Так что вот как бы так замечательно. Ну что, можно уже спокойненько завтракать. И мне еще по плану есть дела. Хотела снять несколько интересных видосиков. И есть еще у меня еще по плану видео, которые вообще запланированы. Но просто руки не доходят. Вот честно сказать, руки не доходят. Посмотрю, что у меня там накопилось по итогам. Ароматы по итогам прошлого года так еще не посмотрела, но в общем надо посмотреть, может быть, там тоже будет интересный какой-нибудь видосик по ароматам, потому что закончился в предыдущем 2022 году. Так непривычно еще все равно говорить 2023, не знаю, как у вас, но у меня как-то так. В серии Океан Рич появилась вот такая вот новинка, это гидрогелевые патчи для век с красными водорослями и йодзу, 60 штук на 30 применений. Снижает появление отечности, сглаживает мимические морщинки, восстанавливает уровень влаги, освежает зону вокруг глаз. Стоимость гидрогелевых патчей у зарегистрированных консультантов скидка 35%. Поэтому ссылочку оставляю под видео в инфобоксе. И получается 19 рублей себестоимость процедуры. Это отлично. Вот такая вот крышка, матовая коробка и матовая упаковка, лопаточка в комплекте. Посмотрите, сколько много жидкости. И здесь еще такая вот защитная сверху пленочка лежит, интересно. И вот такие вот гидрогелевые патчи, красивые, с блестками и такие яркие. Вот в такой вот упаковочке.
серия «Океан Рич». Содержит фитокомпоненты против морщин. Красные водоросли, цитрус, юдзу, портула, коньяк, манан, плюс гиалуронат натрия, керамиды, ниацинамид и витамин В3. Очень рада этой новинке. Ждала ее и буду с огромным удовольствием ей пользоваться. Чтобы этот день провели вместе со мной, я вас обнимаю очень крепко, целую, говорю вам всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.